облицовка фасада искусственным камнем White Hills. Планка. И начинается приклейка следующего ряда. Плитки, имитирующих клинкерный кирпич. Клей наносится на стену. Клей наносится непосредственно на саму плитку. В приклейке используем клей Церезит SM16. Самое главное, что после приклейки между плиткой и приклеиваемым основанием у нас не было воздуха, не было никаких каверн. Плитки достаточно четкие по размеру, поэтому можно вставлять различные направляющие планки, которые облегчают нам работу. Сейчас нанесешь клей, покажешь нам, как гребеночку, хорошо? Сейчас я минуту прям подержи, я гребеночку зафиксирую. Угу. Все, спасибо. И приклеивается на фасад. Дом у нас построен из теплой керамики. Утепление фасадным пенополистиролом. ППС-16F 120 мм. Система Церезит. Двойной базово-армирующий слой. То есть вначале приклеили пенополистирол. Запенивали все швы и стыки между листами. Потом нанесли клей СТ-85, втопили панцирную сетку. 340 грамм на метр квадратный. После этого произвели дюбелирование через базу. Видите, вот они, следы от дюбелей. Дальше добавили еще клей. И втопили фасадную стеклотканевую сетку. Втопили опять же в клей СТ-85. Дали полностью высохнуть и производим приклейку искусственного камня на клей Церезит SM16. Клей фасадный, гибкий, трещиностойкий. Вот так вот производятся работы. Цоколь будет переделан. Вот видите, планочка. Вот фасад в работе. Дальше. Ряды. Плитки из искусственного камня.